В Магнитогорске вынесен приговор грабителю-гастролеру. Из Челябинска он срывал украшения с продавцов в магазинах. Задержать дерзкого правонарушителя удалось по горячим следам, и теперь ему предстоит понести им заслуженное наказание. Свою преступную деятельность грабитель-гастролер из областной столицы вел в Магнитогорске в течение 2 дней. За это время он совершил 2 преступления. Действовал по одной схеме. Заходил в небольшие продуктовые магазины и, улучив момент, срывал с шеи продавцов украшения. Установлено, что в июле 2022 года подсудимый, находясь днем в продуктовом магазине, сорвав цепочку шеи потерпевшей, скрылся с похищенным, тем самым причинив ей ущерб в размере 1500 рублей. Затем, через день после совершения первого преступления, подсудимый, находясь в другом продуктовом магазине, сорвал золотую цепочку шеи продавца. В результате действий подсудимого цепочка порвалась на 2 части, одна из которых осталась в руках потерпевшей, а другая ее часть у подсудимого. С похищенным подсудимый скрылся, тем самым нанеся ущерб потерпевшей в размере 9050 рублей. После совершенных преступлений мужчина планировал вернуться в Челябинск, однако по дороге на вокзал был задержан благодаря слаженным действиям оперативного подразделения отдела полиции Правобережный. Также большую помощь задержания подозреваемого оказали показания потерпевшей, которая дала максимально подробное описание внешности подсудимого, тем самым облегчив его дальнейшие поиски. Подсудимый полностью признал свою вину, а дело было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. В качестве смягчающих наказаний обстоятельств суд признал полное признание вины подсудимым, раскаяние в содеянном, а также его молодой возраст и полное способствование раскрытию преступления. Также было учтено состояние здоровья его самого и близкого родственника, и то, что преступления были совершены в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств. Отягчающим обстоятельством судом было признано наличие в действиях подсудимого рецидива преступлений. Силами государственного обвинения прокуратуры Правобережного района была доказана вина 25-летнего жителя города Челябинска, совершившего преступление в виде грабежа, то есть открытого хищения чужого имущества. Приговором суда назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 5 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В пользу потерпевшей взыскана сумма в размере 9050 рублей для возмещения имущественного ущерба, причиненного данным преступлением. Евгения Салахутдинова, Денис Иванов, телекомпания ТВН.